Вручение паспортов гражданам, достигшим 14-летнего возраста, в нашем городском округе происходит еженедельно. На этот раз 6 юных щелковцев получили свой документ. Я рада приветствовать вас в зале церемонии Щелковского управления ЗАГС, Главного управления ЗАГС Московской области на торжественной церемонии вручения паспортов Российской Федерации молодым гражданам нашего Щелковского округа. Ни для кого не новость, что этот документ обязаны иметь все граждане России. Поэтапная замена паспорта гражданина СССР на паспорт гражданина Российской Федерации началась еще 1 октября 1997 года. Первоначально выдача и замена паспортов находилась в сфере ответственности паспортно-визовой службы МВД России. Но сейчас все изменилось, и у молодых граждан нашей страны есть возможность впервые взять в руки свою маленькую красную книжечку в праздничной атмосфере, например, в ЗАГСе. Вы сегодня делаете первый шаг во взрослую жизнь. Получая сегодня паспорт, вы приобретаете как права некоторые, так и обязанности. Поздравляю. Паспорт. Взяли паспорт? Понимаю. Да. Мне было приятно то, что девочкам подарили цветы, это было неожиданно, я вообще не ожидала. Я уже стала на год старше, и я смогу вступить в взрослую жизнь. Напомним, что в нашем городском округе паспорта теперь вручают в трех местах – в МФЦ, местной администрации и ЗАГСе. Приятным бонусом является еще и то, что вместе с основным документом ребятам дарят обложки для него. У мальчиков и девочек они различаются по цвету и дизайну. Руководство страны и руководство региона возлагает большие надежды на подрастающее поколение. Поэтому в том числе в регионе проводится много акций для молодежи, рассчитанных на молодежь. Это одна из них – вручение паспортов в торжественной обстановке. Мы также поздравляем ребят с официальным вступлением во взрослую пору своей жизни и желаем, чтобы она прошла осознанно и интересно. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.